свидетель. Он же никто. Оказался ни там, ни в то время. Меня не искал. Зачем убивать? Можно просто объяснить, что ему от меня не скрыться. Просто отстойнейший план. Я за. Найду схему. Проведу тебя, как влезешь. Что еще? Смартфон. Дружок, да у тебя проблемы. Прям зависимость. Джорди, без него никак. Его отберут прямо на входе. Да, не кипиши, шучу я. Ха, доставим мобилу. Есть у меня там чувак, справится. А я приветствую вас на канале Asmo Deplay. Мы продолжаем играть в Watch Dogs. Пока я еду, вы можете подписаться на мой канал, поставить лайки и оставить ваши комментарии. Дал мэру добро. Ну-ка, хочу кое-что проверить. Угу. Понятно. Так. Дайте-ка я, чтоб вас не утруждать, телепортируюсь. Итак, мы достигли. Тихо, тихо, тихо. Опаньки. Давайте посмотрим, что нас ожидает. Врываемся. Рыжий тебе не идет. Исправительный центр Пейлин. Администрация договорилась с Блюм об обновлении системы. Они полностью перешли на цифру. Если он в старом здании, будут проблемы. Но Блюм не тормозят. Спасибо им за мою легкую жизнь. Давай. Стой! Брось ствол! Парный пол, ну! Руки за голову! Живо! Только все это стволы поди, не надо отнимать. Надеюсь, вы мне их вернете. Замри! Пирс, Эйден. Смит! Итак. Итак, мы с вами в тюрьме. Посмотреть. Да, одни невнимательные вокруг. Иди давай. Про права человека слышали, тупой баран? Заткнись уже. Итак, взломать надо. Сюда. Где камера-то? Сюда. Повернись давай. Вот так. Блин, мне надо пожать, когда он назад пойдет. Так, это я, нет? Нет, это не я. Так, туда мне не надо, да, пока? Ну, я думаю, нет. Мне надо вон туда взламывать.
Вот так. Даешь твою мать-то. Аккуратней. Все. Джоби, я внутри. Да ты что? Молчал бы. Накосячил ты, а разгребать теперь мне. Ты давай-ка потише. Если попадешься, то мне тебя оттуда не вытащить. Разыщу тюремный график. Я на связи. Итак, мне куда? Вниз надо? Так. Одного вырубили. Пойдем. Блин. Начинается. Так, меня обнаружили. Это плохо. Спокойно. Нет. Я быстрей. Так, спокойно. Вот так. Ну, не туда. Тихо. Давай-ка. Где он ходит? Успею. Так, что у меня тут? Это камера. Блин. Получил. Что-то я получил? Джорди, график я нашел. Где двор для прогулок? Наверху. А как мне попасть наверх? Это ерунда. Я сыт по горло пустыми обещаниями. Мы оказались на распутье. В конце одной дороги. Так, это я открыл. Тотальная разруха. В конце другой, который поведу вас я. Новый мир, новый Чикаго. Так, я как понимаю, мне посюда надо. А вы не говорите, что я иду. Не сдавайте меня. Спокойно. Давай. Морды свои верти побыстрей. Да мне идти надо. Прошел ты туда. Посмотрел, нету никого. Так, аккуратнее. Зыркать, так и зыркать. И давай. Блин. И куда мне тут? Так, я пошел за ним. О, что-то взломал. Ой. На. Опа! Теперь у меня есть пистолет.
Вот. Есть дробовик. Что я тут могу? Оп, опа. Вот так вот я умею. Так. Теперь взламывать надо. Успевать. Кажется, у этого чувака имеется татуировка на все лицо. Дерьмовая. Зато очень приятная. Она где-то здесь. Что ж, так, ищем. Что от нас надо? Заставьте его говорить любой ценой. Все понял. Ищем. Еще разок. Опа. Попался. Так, как до тебя добраться? Так, что его прессуют? Выживший на стадионе. Люлей ему дайте. Чё молчишь? Боже мой, где документы? Уже? Где мой адвокат? К адвокату и идём. Нет, ё-моё. Только отряхнём тебя сперва. Ага, вызов в суд. Успешный писатель. Действовать, пока его не убили. Непереносимость лактозы. Ну, какая бесполезная информация. У нас проблема. Его увели охранники. Чёрт, подвал, а не в подвале. Давай. Подвал. Ну. Ну давай. Где ты? Окей. Чё, так кнопку не нажать, уже обязательно надо тыкать. Я смотрю, какие-то темные делишки тут творятся. Давай, наведи порядок в тюремной системе. Все чисто. Дверь нараспашку. Сигнала тревоги не было, гляди в оба. Ой-ой-ой-ой. Кто два лузера добыли на стадионе? Без нас дело проворачивали? Думаешь, мы без больших друзей? А с ними делиться кто будет? Нет, нет. Так, все вроде я посмотрел. Что тут, можно что-то взорвать? Не было. Нам позвонили. Кто-то нагрел. Как же, хорош брать. Мы предупреждали. Так, понятно. Блин. Дробовик. Это что? Так, это камеру мы взломали. Посмотрели уже. Так. Ну так, ладно. Опа. Концентрат. Концентратор. Ну, ладно, концентратор да концентратор. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Это у вас нету шансов. Сам себя делаешь хуже. Руки покажи, он должен быть там, проверьте. Он не может прятаться вечно. Да ладно, давайте. Если что, валите тварь. Внимание, я слышу выстрелы. Ну, скорую, полицейский ранен. Он ранен! Вы на линии огня! У нас раненый! Давай, еще один.
Он заходит. На. Ну. Блин, теперь он в броне. Так. Господи, это подкрепление раз. Да. Так. Что у нас тут имеется? Ай-яй-яй. Что-то мы. Нам сюда, да? Надо нам боеприпасы взять. Я так думаю. У нас же есть сумка с боеприпасами. Вот максимум чего-то. Вот еще максимум. Или что это? Неизвестно, ладно. Итак, горб мы его прострелили. Вышли. Люди! На помощь! Тихо. Ты здесь? Как ты сюда попал? Знаешь, это было просто. Все эти современные здания облегчают задачу. Конечно. Мы знакомы? Что? Мы встречались? Нет. Нет. Ни разу в жизни, чел. Я так и думал. Ты у нас тут на 60 дней. Паиньки выходят через месяц. Читай. Шестьдесят лет? Ты чё, чувак? Расписываю тебе варианты. Вдруг захочется поболтать с кем-нибудь или копом стукнуть. Все ясно. Всем постам. Боеприпас тревога. Сбежал белый мужчина Джо Смит. Жрите на вес прачечную. У нас пропала связь. Понял. Действуй. Так, сваливать надо. Джорди, готово. Круто. Теперь самое время выбираться. Правда, к тебе там подарок плывет. Где? Поверь, не пропустишь. Ну? Дайте мне свалить отсюда. Надеюсь, все, что у меня изъяли там. Вот так. Всем постам. Обнаружен подозреваемый. Ой-ой-ой. Нам нужна подмога. Так. Мы идем.
Сюда. Все, вот у нас максимум. Ну ладно. Ой-ой-ой. Вы думаете серьезно, что я буду с вами драться? Вы глубоко заблуждаетесь. Я уже делал этот трюк. Бам. Правда, в прошлый раз я запрыгнул туда. Какой-то ран, какой-то ран. Господи, не смешите меня. Спокойно, протаранишь ты меня, а? Таран, как еще не выжил, не выросла. Блин. Да сейчас потеряйте, господи. Да они, что у вас под контролем нету? И вот так вот. Ничего ты не сделаешь. Вот, правильно, проверьте под эстакадой. Итак. Подписывайся на мой канал, ставим лайки и оставляем ваши комментарии. Он мог сменить машину. Увидимся в следующей серии. Пока. Конечно, я ушел. Эх вы, глупцы. База, мы его упустили. Возвращаемся.